Чиновники Евросоюза и представители стран-партнеров один за другим заявляют, проект Rail Baltic уже давно не мечта, он реальность. Новая скоростная европейская колея свяжет балтийские страны с Польшей и крупнейшими гаванями в Германии и Нидерландах и даст возможность быстрее и больше поставлять товаров с юга Европы. Аналитики, экономисты и политики собрались в Риге, чтобы поговорить о том, какие потенциалы они видят в Rail Baltic. Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симпсон с гордостью заявляет, Таллин больше не конечная остановка, а важнейший транспортный узел. В порту Муга должен быть построен мультимодальный терминал. Это означает, что с одной стороны мы сможем принимать транспортные суда с составами из Финляндии. С другой стороны, тот же терминал сможет принимать поезда из нашей колеи. Проект эстонского участка железной дороги и его стоимость не меняются. Но если Литва и Латвия решат добавить ответвление на своих участках, это не должно вызвать разногласий. Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов евро. Эстонский участок обойдется в 1 миллиард 300 миллионов. Львиную долю за нас заплатит специализированный европейский фонд. А наша страна вложится в проект на 268 миллионов. Проект целевой, и потратить европейский миллиард по условиям Брюсселя на что-то другое невозможно. Либо железная дорога, либо вообще ничего. Крестный отец проекта, так на форуме называли Сима Калласа, поясняет, при уверенных темпах реализации Европа не поскупится на дополнительное финансирование. Европейский Союз не прекращает финансирование, если проект идет. То есть в дальнейшем Rail Baltic может получить еще больше денег? Может получить еще больше денег, если все идет по графику и быстрее. С финансовой и инженерной точек зрения проект осуществим, и это уже давно не проблема. Однако латвийские партнеры задаются вопросом, а будет ли достаточно грузов и пассажиров, чтобы окупить затраты? Это очень смелый и амбициозный проект. То есть смелый и амбициозный, я это говорю потому, что на данный момент этот проект не появляется, скажем, как ответ к какой-то экономической перспективе, к тому, что мы видим какой-то рост товарооборота между, скажем так, на этой вот северно-южной линии. Да. Амбициозный в том смысле, что, очевидно, делается для того, чтобы с надеждой, что такой товарооборот появится. Поэтому я думаю, что этот проект из тех, который будет или огромным успехом, или чем-то наоборот. Но финские аналитики спешат успокоить скептиков. Нашим северным соседям очень нужен транзит. Новый транспортный коридор должен оживить подсевший финский экспорт. А еще в Хельсинки спят и видят, как через Эстонию к ним пойдут суда, везущие товары с юга Европы и даже из Турции. Я вижу массу возможностей для бизнеса. Проект изменит картину в Балтийском регионе. Финская индустрия ждет его и готова использовать новый транспортный коридор. Для нас это не только экспорт, но и импорт, а сам проект сделает наши нации ближе. Бизнес бизнесом, но есть и еще один крайне важный аспект – экология. На протестах против Rail Baltic уникальный набор участников. Либеральные зеленые вместе с националистами. Их посыл – Эстония не будет прежней. Спасите природу от железной дороги. Инженеры отвечают, их проект максимально учитывает зеленые нормы. По краям от полотна будут буферные зоны, шумоподавляющие экраны и искусственные тропы для диких животных. Для сравнения, в Польше не побоялись пустить рельсы через уникальный природный заповедник – Бибжанский национальный парк. Это коридор для доставки грузов на север и возможность развивать бизнес, а бизнес – это деньги и благосостояние нации. Мы стараемся убедить общество, что все делается по закону, особенно в смысле природоохраны, и я верю, что у нас не будет противников. А в Литве Rail Baltic вообще называют решением экологических проблем, учитывая то, что все поезда на этой ветке будут ходить на электротяге. В нашем правительстве и в парламенте царит полное согласие. Проект должен быть осуществлен. Он уменьшит загрязнение окружающей среды, на дорогах будет меньше грузовиков, которые приносят больше вреда экологии, чем железная дорога. Пассажирские поезда поедут со скоростью 240 км в час. Это значит, что, например, из Таллина до Пярну можно будет с комфортом доехать за 43 минуты. И стоить это будет около 14 евро. Пярну вообще обещают большое экономическое будущее. А всего балтийским странам Rail Baltic может принести больше 16 миллиардов евро прибыли и тысячи новых рабочих мест. Естественно, каждая из стран-участниц проекта
проекта решает в первую очередь свои конкретные внутренние задачи. Например, Литве принципиально было получить новую ветку доставки европейских грузов в Каунас, а Латвия не мыслила Rail Baltic без соединения с Рижским транспортным узлом и столичным аэропортом. И, конечно же, все прекрасно понимают, что осуществить эти планы возможно только в рамках общего единого европейского проекта. И еще раз подтверждают, Rail Baltic быть.